Решайте в перископе. Это у кого там? Это, по-моему, Ксюхи, наверное. И у Ригерта. У нас Ригерт в гостях, у нас в гостях... Блин, кто у нас в гостях? Сильверстов у нас в гостях, и еще у нас в гостях Линдоверт. У нас весело. Клоков поехал в Норвегию, по-моему, проводить семинар. Здорово, Стас, сейчас покажу. Сейчас покажу, покажу. Сейчас еще чуть-чуть и прям покажу. Пока показать не могу, потому что он еще... сейчас придет. Сейчас придет. Мы пока сидим, кушаем. Я жарил мясо. У нас сегодня арбуз. Пицца. У нас пицца. У нас пицца. Пицца, кстати, невкусная. Пицца Папа Джонс невкусная. Нифига. Я даже попробовал. Вообще не понравилось. А вот Немира вкусная. Я не пьян. Я не пьян. Вот, что еще было вкусное? Мясо было вкусное. Мясо прямо было прекрасное, я его прямо жарил. Я его жарил, пережарил. Нет, не дожарил. Оно получилось у нас мясо с кровью и прям супер-супер. Эль Гранде, хорошая пицца? Отлично. Ну, мы редко пиццу заказываем, но просто сегодня детский день рождения. Вот смотрите, у нас ребенок. Ребенок. Здравствуйте. Тебя как зовут? Ярослав. Ярослав. Здравствуйте, ребенок Ярослав. Этого ребенка зовут Ярослав. Выпиваем соки, морсы, кетчупы. Станислав матом ругается? Я думаю, нет. Мне кажется, Станислав не ругается. Профессиональных атлетов не тренируешь. Нет, не тренируюсь, сами тренируются. В Таиланде хорошо. В Таиланде хорошо, вешу 81. Ригер сейчас подойдет. У подписчиков прибавилось Ригерта. А у Ригерта подписчиков отлично. Тяжелой атлетикой занимался в детстве. В детстве где-то в 7 лет поднял взрослый гриф. 20-килограммовый гриф поднял в 7. А в 13 у меня заболели коленки. И я решил, наверное, папа решил. Мне кажется, папа решил, что сына надо качаться. Надо качаться. Вот посмотри, вот Арнольд. Он видал, какой большой, сильный, богатый, тебе надо, наверное, качаться. Ну ладно, чего качаться. Вот. А штангу, блин, показать вам штангу? Подарил ребенку штангу. Сейчас покажу штангу. Пойдем. Вот, короче, мы дома, у нас дома. Сейчас. С 7 занимался. Мясо. О, а вот это видели? Вот это видели? Это ловчик. Мировой рекорд. Пойдемте, если связь не пропадет, сыну очень понравится подарок. Если связь не пропадет, я вам покажу штангу. Спускаемся в подвал. Здесь у нас кинотеатр. Кинотеатр у нас тут. Здесь балансборд. Тут у нас диван на всю команду. Кино можно смотреть. А тут белье сушим. А это вот штангу. Связь не пропала, походу связь есть. Это еще один балансборд, это еще один балансборд, это всякие приспособления, которые мне ребята подарили. Get Ripped и Band for Pal. Это штука, на которой я подтягиваюсь, это спортивный зал, всякие перчаточки, там есть перчаточки, которые мне Поветкин подарил. Есть перчаточки, которые мне подарил Макс Дэник, а штанга, вот она штанга, это я Юнцу подарил штангу настоящий, пес у нас хаски, блины такие вот нарядные, да, ребенку понравилось, довольно, я тут как-то в час ночи слышу, с Ксюшкой сидим, смотрим кино и слышим цик-цик-цик-цик-цик в час ночи, я говорю, что он там делает, а спускаюсь, он поднимает штангу, подтягивается, делает, он на скакалке прыгает. И я говорю, ну что, может спать пойдешь? Он говорит, сейчас еще 50 отжиманий, пойду спать. Я ему еще пояс подарил, симкинский, смотрите. Хорошего качества. Дом или квартира. Но если бывают трехэтажные квартиры, то пусть будет квартира. Кроссфит мутил, да. Это мне Лишневский подарил. Ну-ка, вот эту штуку. На своем губке вручил. Это всякие штуки. Это мне друг подарил.
Это я из Португалии привез, это из Таиланда, это из Америки. Боксом занимался под руководством сначала Жени Манюкова, а потом тайским боксом под руководством Макса Игнатенко. Давай. Все родители дали телефон, а вы встану. Привет, друзья. Кто там? Там друзья. 312 людей. Друзья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Я очень надеюсь, что все будет очень прилично. Или не будет. Они спрашивали, ты мало ругаешься? Стараюсь, нет. Крайне редко. Это Ригер. Ригер еще не видели? Тоже не ругается? Ригер? Нет. Ригер не ругается. Ригер, когда частушка. Только частушка. Только по сценарию. Эта штука называется... Перископ. А я первый матершинник вообще. Он еще не знаком с перископом. Всем привет. У тебя нет перископа? Нет еще. Давайте подключим. Давайте подзадим для Далера перископ. Александр, привет. Славик, привет. Можно быть звездой на своем собственном телеканале. Будущее за перископом? Да. Ригерт. Ну пока да. Что скоромных не позвали? Что скоромных не позвали? Ты супермен. Сами привет. Зачем звать скоромных? Раздевайся, проходите, угощайтесь. Славик, петь будем сегодня? Петь. Обязательно. Море вернулось, говором чая. Вот, только мы проговорили. Песни прибоя. Споет песни прибоя. Сильвер снег вычистил. Весь вычистил. Я и эту самую кладку обновил. И кладку обновил. От плитки. Он у нас крылец от плитки очистил. Гастарбайтеры. Ну что, начальником, я там плитку сделал, кладку сделал. Это арбуз вкусный, кстати. Димон, сделай сальто. Тайский арбуз. Сальто? Давайте. Вот ты, Димон. Как вам? Димон. Как вам? Молодец. Солнышко, что у нас сегодня? Ну, это такое же. Это то, что ежели. Мяско осталось, да. Мяско. Овощи, арбуз. Диетическая пицца. Вкусняша. Нам-нам-нам-нам-нам. Я не знаю, хорошо ли помню. Стас, здорово. Что есть? Пряник из Тулы. А ты что в Туле делал? Семинар вроде? Да. А кому ты эти пряники вез? Прикольно. Я так понимаю, что... Нет, домой, наверное, жене. Давай, один жене. Скучаю по тайским каникулам. Ребят, я сейчас делаю этот, не опубликованное. У меня есть поздравлялки всех ребят. Ничего себе, кто тебе подарил? Это мне Славка Ригер подарил. С днем рождения, сынульки. Очень хороший Видишь, полевой и этот, Ригер, Вася не нужен. Какой Вася? Нам теперь Вася не нужен, нам Ригер цветы дать. Это грудка? Нет, это стейк. Ва-хо-хо-хо. Ничего себе, какой большой тульский пряник. Ничего себе. Спасибо большое. Мы Юрцу день рождения отмечаем, у нас заодно этот. Стасу привет из Крыма. Линдовер красава, когда семинар в Москве? Из Новосибирска тебе привет. Уже идет. По сравнению со Стасом вообще просто это... Дрищ. Поганка какая-то белая. Белая поганка, дрищ. Из Питера привет тебе. Зато я это... Натуральный. Зато я... Зато мы себя в сексе покажем. Вы готовы себя в сексе показать? Ригер, спей Заиньку, плиз. Что? Заиньку. Привез. Стасу привет из Баку. Из Баку, Крым, когда в Крым, Васька не хватает, кому-то не хватает, Васька у нас все, все у нас хватает. По любому поводу, Васе не хватает, вообще не хватает. Это было бы мать-перемать. А Зыкину, давай Зыкину. Давай споем. Что, издалека Волга? Издалека Волга. Течет река Волга. Вибрато давай. Течет река Волга. Конца и края нет. Тот первый взгляд, тот первый всплеск весла. С Васей поругались мы или нет, мы с Васей не ругались, и мы общаемся. Так что совершенно никто не ругается. Народ на негатив настроен просто. Без бокала нет вокала. Наливай. Наливай. Без еды уж нет фекала. И это самое, и полулайк. Без бокала и низкий вокал. Звук пришлось убавить еще. Наверное, все спят уже. Кровь из ушей пошла. Жим с груди для толчка помогает? Жим с груди.
Для толчка. Стоя? В смысле? Стоя или лежа? Стоя или лежа? Я зарабатываю на всех. Ты что, большой какой-то? Сколько весишь сейчас? Да столько же. Смотри, какой он огромный. И загорелый. Смотри, я загорела, между прочим. Это вообще просто. Вообще. Где ты такой? Офигеть. Вообще крут. Покажи сиськи. А сиськи у меня одна. Сиськи у меня одна. Все, да. Покажи, а тебе, все покажи. Ну, вот такая у меня. Давай, кушай. Дал-дал. А где так загорали? На Гоа. Слушайте, на Гоа я 12 дней голодал. Почему? Там невозможно такой пищи есть. Ее вообще невозможно. Карри. Да, да, карри. Карри, она, все карри. Везде, умер, так... все карри. Слушай, я неделю ел арбузы и ее толчковые есть невозможно. Я пытался тайские, но не похудел. Не похудел, но слушай, это ценой. Не похудел. Ценой, не тебе знаю, неимоверных усилий. Респект, респект тебе. Прям. Народ тебе респект, пререспект. Слушай, ел, конечно, какие-то углеводы, но просто старался, как бы. Самое вкусное из всего, что можно было заказать, это просто обычный вареный рис. Рис с морепродуктами. Слушай, они в морепродукты, все равно у них практически все уже замочено. То есть, вот практически заказали. Там портится быстро. Да, они да, портится быстро. Знают. Проще было сказать, я уже сказал, найдите курицу живую, убейте ее. Я вам объясню, что с ней делать, потому что они даже обычно куриную грудку умудрялись обсыпать карри, да, и, к сожалению, чудо не происходило. Ну, это их специфика, это их специя, именно то, что они любят, и любят очень много. Давайте мы покормим человека здоровья. Да, ну, конечно, да. Да? Да. А вы это, слушайте, а вот эта пицца, она такая обдалась уже? Ребята, отключаемся, будем Стаса кормить, только приехал. И попробуем его посадить на перископ, подключим у тебя да. Перископ. Да. Это же не сложно. Короче, сегодня будет премьера. Стас, а, наверное, будет в перископе. Подключайтесь. Да, да, это увидишь. Скажите, ребятам, до свидания. Мы еще вернемся. Кто следующий? Кто следующий? Та-дам! Установи перископ. Аншлаг.